Тем временем наружу выпрыгивают мелкие оварышки, окрашенные в цвета светофора – красный, желтый и зеленый. Рядом с Тимуром всегда находится его лучший друг – пес Рексик. Встреча с инспектором заставляет друзей отправиться в путь, чтобы найти мудрого шляпа, который поможет починить светофор. Меня встречаю! О, мама, какие вы красивые! Конечка, только давай. Я тоже хочу. Умничка, мама. Раз, два, три. Сейчас соревнуются учительница Маргарита и Германа Була. Как и положено, добро побеждает зло. Положительные герои понимают, что правила соблюдать нужно. А тьфу ты, я напутала там все. Наконец. Концовочка. Я говорю свое имя, вы говорите свое, а потом вместе мы говорим специально для Телюшко. Договорились? Специально для кого еще раз? Специально для Телюшко. А, специально для Телюшко? Да. А, Телюшко, да? То есть типа телешкола, да? Только сокращенно, да? Окей. Я Ивар. Я Саймон. Специально для Телюшко. Yeah. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Делайте репосты. Ha ha ha.